Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, забираем все ежедневные награды. 29 монет, 100 долларов, это прекрасно, кстати. Также забираем свой реворд за выполненные задания. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях, в общем, все как обычно. Так, слушай, а у нас здесь-то будут телепорты разыгрываться. Это я тоже сделаю за кадром. Но сначала все-таки прокачка. И мы с тобой не закончили с Джастином. Так, давай-ка. Ну, обменяем ДНК, фиг с ним. Так, что нам нужно? Ага. 7 геймпадов или джойстиков. Ну, давай попробуем найти. Так, шиш. Тут неудачно. Так, джойстик один есть. Так, а нам нужно 7. Да, мне кажется, не все так будет просто, а? Ну-ка, давай здесь попробуем. Второй. Третий. Уже неплохо. Так, третий. Вот попробуем здесь. Четвертый. Нормуль. Ай, не то. Четвертый, пятый. Осталось два. Два джойстика получить, и все. Мы сможем прапать. Ну, давай ты. Не геймпад, а джойстик мне нужен. Вот, последний, будьте добры. Ну дайте, пожалуйста, ну. Я вас умоляю, очень сильно, дайте мне. Они не хотят. Во, спасибо большое. Ну что, друзья мои, до пятой ступени мы улучшаем. 10 тысяч мутагена требуется, ты прикинь. Ну, оно того стоит на самом деле. Это запах изо рта все-таки, а у него рот, ты посмотри какой, а. Ой-ой-ой, противный, с двумя какими-то клыками. Он вообще безобразно смотрится. И в то же время он какой-то как милый. Но с таким лучше... Мне кажется, не встречаться. А то в подворотне где-нибудь увидишь. Ну и инфаркт тебя тут и прихватит. Смотри, оп-оп-оп, брейкдансер он. Отлично, ребят. Ну что, остается нам прокачать до 6 ступени. Кстати, здесь нам нужно всего лишь найти 20 комиксов. А причем, если я не ошибаюсь, эти комиксы ищутся вообще на изи. Сказал Рэй со своей-то удачей на поиске предметов. Понятно, мы будем с тобой вечность искать эти 20 комиксов. Ну, ничего страшного, найдем рано или поздно. Так, ну что, давай заберем здесь ревард. У нас с тобой... Так, поднять уровень персонажа осталось. Это я сейчас быстренько сделаю. Так, 13 тысяч мутагена всего лишь. 13 тысяч. Так, ну давай поищем. Вот, например, смотри, Рокстеди готов получить уровень. А если я... Одного не хватает, да, уровня до полтинничка. Жаль, но тем не менее. Так, забираем остатки роскоши. Ну что, друзья мои, сегодня у нас что? Сегодня уже суббота. Завтра будет воскресенье, соответственно, скоро уже неделя кончится. Так, мы с тобой зайдем... Ага, колода у нас тут еще с тобой осталась. Рахзар. Угу. Так, ну что, нам нужно с тобой бежать быстренько на арену. Я нахожусь в Лиге Мастеров, первая звезда, точнее одна звезда. И ранг 90. Так что давай выравниваться. Так, давай-ка посмотрим, может быть кого-нибудь посерьезнее нам дадут. Там 17-23, например, не? Не хотит? Не хотит. Ладно, тогда возьмем с тобой Люсика. Возьмем Люсика, возьмем этих наших бойцов. У нас, кстати, не так уж и много откатов. Что я тебе хочу сказать. Надо действовать очень-очень аккуратненько. Так, ну что, погнали. Естественно, начинаем с массовых атак. А там уже на добивку, если что-то где-то пригодится или понадобится. Итак, все, ушатали. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. Я вот знаешь, что думаю? Может быть, нам сейчас сделать с тобой равноправную команду, а? Что скажешь? Смотри, что я предлагаю. Так, 80-я позиция у нас. Так, сейчас мы выберем с тобой противника. Ну, например, я возьму ноунейма. И сейчас мы с тобой возьмем, так, 67-й, 64-й. Давай вот так вот сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Да, я не спорю, ребята, уровень немножечко повыше, чем у него. Но я делаю скидку на то, что у него, скорее всего, прокачаны скиллы. И это, грубо говоря, риск с моей стороны вот так вот идти. Но мы сейчас с тобой будем это как раз и проверять. Ага. Так, смотри,
Что происходит? Карайке досталось. Так, попробуем сделать с тобой баф. Отлично. Так, массовая атака змейка Вьюна. Ну, я тебе скажу, очень даже неплохо. Берем провокацию на Тимати. Так, тихо. Рокл, успокойся. Хиляет. Ну, конечно же, хиляет. Ребят, ну что она еще может... Причем хил у морозильной кошки вообще офигенный. Вот что я заметил. Так, слушай, по-моему, сейчас мне тут устроят райскую жизнь. Причем у них пониженная атака. Как они атакуют так сильно, а? Объясни-ка мне, на милость. Кого бы здесь... Слушай, давай, наверное, вот этого Рокула заморозили. Так, массовая атака змейка Вьюна. Боюсь, ребята, боюсь, что мы сейчас с тобой профукаем нашего Тимати. Так, минус Роквелл. Ой-ой-ой-ой, массовая атака. Пока живем, ребята, пока. Ну-ка, с разбега. Тыч, минус морозилка. И минус Донни. Да, ребята, был очень сильный риск. Ну, я рискнул ради вас, чтобы вам было интереснее, как бы, посмотреть этот бой. Чем, когда я обычно, да, делаю Усаги и Леонардо, и они разрубают там всех налево и направо. Ну что, здесь у нас Нильда. Нет, я лучше возьму вот Руслана. Возьмем Русика. Но тут уже, ребят, как-то не до шуток на самом деле, поэтому, наверное, сделаем вот так с тобой. У него... Блин, ну мне нет смысла брать ниже этих бойцов, потому что иначе их разорвут. Ну, давай посмотрим. Сейчас как раз протестим с тобой запах изо рта нашего Джастина. Если успеет он, конечно, это сделать. Берем провокацию на Рокзара. Так, возьмем с тобой массовую защиту. Вот так. Ага, не зря я защитился. Прекрасно. Ну-ка. О! Он еще при этом, ребята, понижает защиту. А это очень круто. Джастин не только отнимает ХП, но и понижает защиту, что очень-очень круто для нас, особенно для тех, кто имеет массовые атаки. Вот, например, как Железноголовый потом стал ходить, да, ракетами, и быстренько их ушатал. То есть в этом есть большой плюс. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, какая позиция. 60-я, что-то как-то всего лишь 9 ступенек мы с тобой перепрыгнули. Я, честно говоря, рассчитывал на более лучший результат. Давай обновлять. Так, мне нужно... 17-23, не хотят давать. Ни в какую. Говорят, нет тебе, Рэй, не получишь ты от нас никаких бонусов. Ну ладно, фиг с ним, мы тогда с тобой возьмем Джона. Не, давай опять возьмем, это же Руслан. Почему-то уже он нонейм. Ладно, фиг с ним. Раз, два, три, четыре, пять. То есть мы с тобой сейчас отыграем всех наших супер бойцов. А потом будем брать обратно Леонардо вместе с Усаги и брать при них слабеньких персонажей. Так я хочу сегодня сыграть эту серию. Так, отлично, Майки. Ну что, валунчик? Я думаю, валунчика здесь будет более чем достаточно, да? Пумс. Нет. Недостаточно оказалось. Ну давай добьем волной. Все, ребята. Ну и двигаемся с вами дальше. А дальше у нас будут слабые персонажи вместе с моими хваленными крепышами. По-другому их не назвать. Но я думаю, до Лиги Мастеров-то мы сегодня доберемся. До двух звезд, я имею в виду. Попытаемся. Так, обновляем. А вот, было же 17-23. Я видел, ребята. Вот сейчас было. Да что ж ты будешь делать? Вот. Не, давай без этого, без Микеланджело, пожалуйста. Вот, вот здесь вот возьмем. Ну что, Лео, Усаги, вы готовы? Пора. Пора, ребята, вам собираться в путь. И мы с тобой будем отыгрывать дальше 50 уровни. Сложно, тяжело, но ничего не поделаешь. Так, давай. Опять же, ребята, вертушки. Сегодня у нас с тобой испытание же, да? По-моему, откатилось. Но оно откатилось еще вчера. Но я себя так плохо чувствовал последние два дня, ребята, если честно. Поэтому я ничего и не снимал. Как говорится, я еле отработал. Думал, уже пора на больничный. Но вроде бы сегодня как выспался.
первый мой отцепной день. И вроде бы неплохо себя чувствую, но опять же, весь день проспал, сижу ночью. И опять день буду, как всегда, дрыхнуть. Так, ну что у нас тут получается? Обновить. 17.23. Так, это у нас Джастин. Как раз тот самый Джастин, которым мы играли, у которого запах изо рта. Ну давай, выбирать с тобой. Так, Супер Шреддер, Лео и Эйприл. Уровень 74-71 у нашего противника. Я думаю, что нам это никак не помешает. Поехали. Естественно, тут раздиралово будет конкретное. Хотя, погоди-ка, погоди. Может быть, я зря радуюсь или рано радуюсь? Нет, не рано. Все, отлично, ребята. Мы с тобой победили. И, соответственно, двигаемся дальше. Чем дальше в лес, тем, как говорится, голоднее волки. Что-то очень мы с тобой медленно продвигаемся здесь. Ты посмотри, очень медленно. Я думал, что мы так быстренько с тобой залетим, но нет. Так, они опять мне не дают. 17.23. Почему вы все время сбрасываете на 16.22? Объясни мне, пожалуйста, а? Вот. Так, возьмем, наверное, с тобой Криса. Возьмем Криса. Опять же, в откаты. Блин, всего лишь 9 откатов у нас. Раз, два, три. Да и бойцов здесь тоже, кстати, маловато, если честно. 74 уровень. Кстати, мы с тобой, когда дойдем до 79-го, Лео вместе с Усаги, они справляться уже не будут вдвоем. А кого-то третьего брать на откате я бы не советовал, потому что у нас быстро закончатся они. И эффекта мы с тобой не получим, которого надо. Так, ну здесь, в принципе, нормуль все. Да, отлично. Хан там выпендривается, такой палец, да, большой палец вниз, типа, казнить нельзя, помиловать. Ладушки, мы двигаемся дальше. Я думаю, 19-я позиция сейчас будет. 18-я, отлично. Так, еще два боя, значит, нам нужно сделать. Так, они опять меня занижают, ребят. Ну что ты будешь делать? Вот, 17-23. Отлично, это Мэтью Джи у нас. Это Мэтью Джи, поэтому... Как говорится, карандашик в руках держи. К чему? Фиг поймешь, зато в рифму. Так, ладно, погнали. Сейчас мы с тобой сделаем вертушку от вертухая Усаги. Так, шикарно. Ну, и как ты понимаешь, Леонардо сейчас, конечно же, добьет всех. Блин, один из подписчиков написал: Рэй, я на Леонардо прокачал до 7-й ступени вот эту вот вертушку. Говорит, гасит конкретно даже 79-й уровень. Блин, я это уже хочу прокачать, но пока нет у меня такой возможности. Так, 7-я позиция, ребят. Ну что, мы с вами зайдем в Лигу Мастеров. Я думаю, даже до полтинничка мы с тобой доберемся. У нас 3 боя еще будет впереди. 3 страшных боя. Так, возьмем, наверное, вот это вот, да? Кайо Леонардо. Вот так вот. Интересно, а Леонардо распространенное имя или нет? Как ты думаешь? Я вот, честно говоря, кроме как художника Леонардо, да? Или кто он там? Он не художник, он, по-моему, изобретатель был. Леонардо да Винчи. И, как говорится, здесь в честь Леонардо назвали черепашку. В принципе, их всех тут назвали в честь каких-то, да? Рафаэль, Леонардо, Микеланджело и Донателло. Вот, такие, знаешь, довольно редкие имена. Так, ну что, мы с вами попадаем в Лигу Мастеров. 2 звезды, и ранг у меня 97-й. 97-й, и значит, мы с тобой, как я и обещал, должны попытаться попробовать. Хотя... что-то я уже сомневаюсь, друзья мои, что мы поднимемся с вами до 50-го уровня. Скорее всего, 75-й вот так вот у нас будет с тобой. Ладно, сейчас посмотрим. Опять же, все непредсказуемо. Иногда можем бустануться, а иногда можем вообще как-то замедлиться. Я не знаю, от чего это зависит. Может быть, от удачи. Может быть, от уровня противника. Не знаю. Может быть, чем выше уровень противника, тем больше опыта получаешь. Фиг его знает. Может быть, тут нет кубков, это все зависит.
Так, смотрим, куда мы с вами падаем. Ага, 87 место. Ну, понятно, ребят, да, у нас с вами один последний бой остается. Венициус какой-то у нас тут. Ну ладно, давай возьмем этого Венициуса и последних наших бойцов. Так, там у нас спид, все дела. Сейчас мы их быстро раскручим. Ну и пойдем с тобой уже на испытание. А на этом испытании у нас кто? Армагон, по-моему, да, или кто? Я вот, честно говоря, подзапамятовал. По-моему, Армагоша. Так, отлично. Ну, вот и все. С ареной мы закончили. Так, еще раз скажу, что сегодня суббота. Вечером надо будет обязательно поиграть, чтобы добраться, по крайней мере, до хотя бы мастер 2 звезды, 50 место. Потому что за одни выходные вряд ли я смогу добраться. Хотя, друзья мои, мы можем сделать вот так. 21 откат. Продолжаем битву. Продолжаем битву. Так, кто у нас? Подожди секунду. Подожди-ка. Да, у нас здесь с тобой Армагон. Так, ну что, мы попробуем его ушатать сегодня полностью. Один донь у нас пройден? Пройден, идеально причем. И здесь тоже идеально. Так, надо будет зайти в негодники. Кого нам тут дают? Так, 70-й против... Оу, рискнем, рискнем поиграть обязательно. Но сначала все-таки аренку доиграем. Все-таки я дойду до 50-го места. Я обязан сделать это, друзья. Тем более резерв пока у нас с тобой есть. А резерв заключается в чем? В моих вот этих двух бойцах и вот в этих, которых мы еще с тобой не отыграли. Пока есть полтинчики, мы живем и дышим. Так, ну что, погнали. Так, приступаем. Рвать и метать, говорит Усаги. А Леонардо подтверждает. Соответственно, уничтожает всех. Ну и мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда мы переместимся. На какую позицию? Так. 67-я. 10 ступенек ровно пролетели. Так, ну что, давай выбирать. Ти-Джей. Давай Роквелл возьмем. Роквелл, да? Или Раквелл. Непонятно, ребята. В общем, берем ее. Берем вот так с тобой. И раз, два. И, наверное, здесь я возьму кого-нибудь вот из 49-го уровня. Хотя здесь у нас противники 77-го. И, по-моему, кто-то из 79-го, да? Если я не ошибаюсь. Нет, только 78-й. То есть пока мы здесь с тобой должны справляться. Причем довольно легко. Угу. Есть опасность. Посмотри на Рокстеди. Упс. Блин, Мондагека, ты каким-то чудом выжил. Просто, я не знаю, ребят, 51 уровень против, извини меня, 78-го. Это надо, конечно. Вот, а кстати, знаешь, почему он выжил? Если бы Рокстеди сделал бы какой-нибудь суперудар, типа разбега, то Мондагека, скорее всего, упал бы. А так как он просто атаковал его, то есть нам повезло, грубо говоря. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Какое место у нас? 56-е, да? А, 58-е. Окей. Так, ну что, определяемся. И будет это у нас с тобой Роман. Конечно же, Ромку возьмем. Берем Романа. Раз, два. И кто у нас тут остается? Раз, два, три. Вот эти вот последние трое. Отыгрываем, ребята, и все на этом. Пойдем уже, как говорится, на испытание. Главное, заберем с тобой 50-е место. 17 откатов у нас с тобой будет. Плюс еще 10 мы получим бесплатно за просмотр видеорекламы этой, да? И это будет у нас с тобой 27 откатиков. Отлично. Этого будет достаточно, наверное, чтобы нам запрыгнуть с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды на топовое место. И только ждать понедельничка. Так, ну-ка. Какое местечко? 49-е. Вот, в принципе, на этом я и успокоюсь. Ну, а мы с тобой переходим на испытание. Так, у нас здесь, конечно, противники будут так себе.
Но, тем не менее, ребят, надо валить. Естественно, ставим с тобой автобой. Тут потому что особо бояться нам нечего. Тем более, здесь 40-е уровни. Ты смотри-ка, Армагуша сразу включил на себя бронь. Ну, как ты понимаешь, все равно этого не спасет. Окей. Так, слушай, а кто у нас здесь будет вместе с ним разыгрываться уже ближе к концовке? Ты помнишь? Черепашки Космос или нет? Я вот не помню. Так, ну что, 2 ДНК получаем. Эпизод 2. Поехали. Опять же, ребята, ставлю автобой, потому что, ну, здесь опять бояться нечего. Армагон здесь 50 уровня. То есть он никому не сможет навредить. Единственное, только может немножко... Нет, уже ничего не сделает. Потому что он уже лежит и отдыхает. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, это был 50 уровень противника. Сейчас будет 60, потом 70. И в конце, если я не ошибаюсь, 85 или даже 80. На 6 эпизоде. Не помню. Не помню я. Так, и ты видишь, да, тут разыгрывается у нас уже Рафаэль Космос. Здесь прибавляется Микеланджело Космос. То есть в конце, скорее всего, будут все черепашки Космоса. И это, кстати, выгодно их фармить именно там. Так, ну что, погнали. Будем сейчас быстренько с ними разбираться. Я уже, как говорится, перехожу в ручной режим. И начнем. Никаких, ребята, тут нам не надо уклонений, потому что 60 уровень, это все равно еще для нас сосунки. Опа, с вертушки упали. На тебе. Добили. 70 уровень, в принципе, тоже мы с тобой можем разобрать на изи, но под вопросом у нас с тобой становится Армагеддон, хотел уже сказать, Армагон. Почему, ребята? Потому что он имеет 88 уровень. Кстати, надо ему левел-то поднять до 90-го. Чего он как, да? Не пришей, как говорится, к одному месту рукав. Ну-ка, давай-ка попробуем сделать так. Отлично. Так, теперь сейчас будем вертушки делать. 70 уровень. Да хорош, вы успокоились. Ну ты что ты делаешь, а? Так, погнали. И давай тройной укус сделаем ему. Раз, два, три. Опа. Слушай, а у нас что, 4 персонажа, я не понял. А разве не 5 должно быть-то? Что-то я кого-то не добрал или в чем проблема? Я не понял. Я только сейчас на это обратил внимание. Так, ну что, эпизод 5, это предпоследний, как ты понимаешь? А, у нас 4 персонажа, да, всего лишь. И вот, ребят, ой, я же хотел Армагошу убрать отсюда. Так, ну здесь риски. Здесь, ребята, без уклоняшки уже нам, ну, никуда. Так, делаем уклонение. Сейчас будут тут такие разборки. Так, белочки успокоились, а? Смотри, у них инициатива офигенная. Так, делаем, конечно же, вертушку с тобой. И вот Армагон остался один на один со мной. Слабовато. А если через апперкот? Неплохенько. Ха, промахнулся. Молодец, Майки. Все-таки уничтожил Армагона. Да, ребята, раньше, когда у меня не было Армагона, это было мое одно из, любимых испытаний, потому что здесь я мог получить ДНК именно на Армагона. И причем в таких количествах больших. Почему вот они не дают такие же количества, например, на этого? На Кренга, да? На Супер Шредера. Так, ребят, тут уже серьезный бой. Как ты понимаешь, уровень-то уже приближенный к нашему, как говорится, Армагону 80-90. И здесь уже не до шуток. Здесь надо быть серьезным, потому что если Армагон сделает свой суперудар, а он его может сделать, именно запустить в меня свой этот метеорит, это будет больно. Ну, попробуем. Так, он еще живет. Я возьму, наверное, А зачем мне, блин, провокация здесь, если он сейчас будет делать суператаку? Скажи мне на милость. Вот. Сейчас кому-то будет больно, скорее всего. Он не попал. На наши, ребята, везение он просто промахнулся. А почему промахнулся? Потому что у нас с тобой стоит уклонение. Ну, а ребята мои уже уклоняться здесь, как говорится,
Тихо. Ох, ничего себе! Это что за фокусы? Ты видел, сколько он тройным укусом? Они жирно ли столько отнять ХП? С фул ХП оставил там чуть-чуть. Да, друзья мои. И это хорошо, что это был Раф. Он как бы один из сильных персонажей, да? Будь там, например, Майк, мне кажется, он бы его прокусил бы просто-напросто. Ну что, смотри. Мы здесь можем с тобой фармить. Ну, Армагоны, понятное дело. Вот нейтрализатор здесь, конечно, вообще не в тему. Но если вот брать тут или тут, я думаю, что вот тут все-таки... Вот тут все-таки будет получше. Особенно вот тут. Тут вообще, ребята, идеальный фарм космических черепашек, да? То есть по 2 ДНК. А там сколько ДНК, кстати, дают нам? Тоже по 2 ДНК. Но здесь лишний у нас получается нейтрализатор и армагон. А там чисто черепашки идут. Да, ну что, переходим с тобой в негодники. Да, будет... Блин, я не знаю, ребята, будет какой-то трэш на самом деле. Ты посмотри, 90 уровень, я не знаю. Но ведь мы не пройдем с тобой. Не пройдем просто-напросто. Или пройдем, но кто-то все равно погибнет. Причем еще три волны. Ну давай, Усаги. Покажи свой прыть. Так, предположим, да? Кому-то сейчас, ребята, не повезет. Так, один минус. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну-ка, если мы так сделаем. Ага, понятно. Понял я тебя. Давай лучше вот так вот. Станцуешь нам буги-вуги свое. Возьмем, наверное, ребят, провокацию. На всякий случай. Поехали. Минус нейтрализатор. Нейтрализатор. Елки-палки, уже букву не выговариваю. Ну... Что ж ты будешь делать-то? Это только первая волна у нас с тобой. Кто у нас там на второй-то будет? Ой, ё, красота. И Зек, и Хана, вы серьезно, что ли? Я не знаю, как тут будет. Железноголовый, ты как, выдержишь? В принципе-то он выдержит, он может выдержать. Так, Ваньку, может быть, заблочить, попробовать. Может даже убить его. Так, Хан. Опа, ты видел? Ого, как они бомбят. Ну-ка, теперь моя очередь. Тихо, роднулька. Зачем сплинтер? А, смотри-ка, сплинтер ушатал. Серьезно, ушатал Хана. Дай-ка я лучше здесь сделаю себе баф. На защиту, как говорится, да, на контратаку. Это все-таки будет лучше. Нет, только не стая крыс. Да. Друзья мои, а тут-то кто? Ёпарасоте. Не было, блин, печали. Я даже не знаю, кого атаковать, если честно. Они тут все сильные. Усаги. Крип. Ну, давай попробуем, наверное, вот так вот. Вот агеноида. Так, провокацию на Тимати брать, это... Вообще нелепость полнейшая. Погнали. На, и промахнулся. Дурачок. Ну, давай баф сделаем. Сейчас пойдут, ребята, первые жертвы. Сплинтер, да? Да, сплинтер первым у нас упал. Эх, жаль, нам чуть-чуть не хватило с собой. Да, атаки Усаги. Ну, они все трупы. Как ты можешь понимать. Потому что постепенно урон висит. И он их все равно добил бы. Нам чуть-чуть не хватило с тобой, чтобы выжить. Сплинтер упал, к сожалению. Но, поверь мне, противник был серьезный. Против меня, да? 71-й, 70-й уровень. И, извини меня, у него, во-первых, сколько врагов там было. Это еще хорошо, что я вообще здесь смог что-то заработать. И выжить. Ну что, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, с вами... Пойдем вот сюда. Нет, куда я? Не сюда пошел я. У нас просто сыра еще хватает с тобой, да? Ага, не так уж и много. Я хочу... Вот здесь вот. Поехали. Да нет, не так. Вот так вот, давай. $3, ё-моё, весело и вкусно.
Все. Было две попытки, и ни к чему они не привели. Ни к чему хорошему. Так, в предметах у нас с тобой ничегошеньки нету. Монет у нас с тобой пока маловато. Жетонов, соответственно, тоже маловато. Значит, можно по большому счету закругляться. Единственное, что я пойду сейчас набивать за кадром вот эти вот телепорты, потому что у меня всего лишь 21 штука, этого мало. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!